Hey, you guys, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Белая дверь, Давай Торс. Так, это у нас пятый день, мы с вами просыпаемся. Ух ты, мы уже в другой какой-то комнате. Она довольно маленькая. Yours. Вы пересекли черту. Наслаждайтесь своей новой комнатой. Не сходите с ума. Yards. Так, что нужно сделать? Сразу давайте кубы опять напишем. Кубы, кубы, кубы. В ту сторону. Кубик. Да, это Rusty Lake, типа мы воспоминания, помните, с вами собирали и светлые, и темные. Так, мне нужно yours, да? Подожди. Yours. Your, да? Не помню, подожди. Да, your. Напиток. Хорошо вытекло отсюда. Пузыречки. Пузыречки нужно ломать по степени вот этой полосы. Dark. Так. Да. Дара. Ка. Здесь нужно, короче, составить музыку из вот этого вот как раз. Это комната. А каждая отвечает за какую-то ноту. Нужно заново. Так, теперь мелкую. Готово. Палка. Привет, мистер Хилл. Так, теперь я не шарю, что мне делать. Ага. По фасе. Фасе, фасе, фасе. К, Г, И, Х, Г, Ф. Так, Ф. Так, в обратную сторону. Фасе. В обратную сторону. Дискотека. Здесь нужно так, чтобы, короче, о, совпало. Так, а теперь из этого мы делаем с вами картинку. Это довольно простое занятие, на самом деле. Считайте, оно сделано. Souls. Тихо. Там вот спрятано-то чёрта. Потому что душа, да? Душа, душа, душа. Со. У. С. Пилюля. Фейс. Лицо.
что там лицо, 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 не знаю. Подожди. Soul. Так, это soul face. Yes. Your. Your. Это вот это. Dark soul. Dark soul. Теперь нам нужно пальчики, короче, сделать так, чтобы они были одинаковые. Я не знаю, почему они захватывают курсорчик. Я это заметил еще в той серии. Так, мы теперь обменялись. Куби. Ну, куби мы уже писали. Куби, куби, куби. Потерянная душа. Пуля прошла на вылет, прямо через мою голову. Но затем я увидел все свои воспоминания, проплывающие мимо. Remember, dance. А здесь сейчас главное останавливаться, когда мы что-то проезжаем, когда какой-то клуб или больницу, я не помню. Джойс. Вот, клуб The Last Souls. The bouncer looked at me. Вышибал посмотрел на меня. His eyes widened. Его глаза расширились. Who are you? Ты кто такой? I don't remember. Я не помню. Very good. Хорошо, come проходи. The doors opened. Двери открылись. It was hard to find. Было трудно найти знакомые лица. Так, тут нужно на линию, по идее, нажать. Но что-то не работает. Да, потому что я кое-что тут сломал уже. То есть кое-чего не хватает. I looked at the DJ. Я посмотрел на диджея. He took the record. Он взял запись. Берем пластинку, ставим. Он поставил иглу. Ставим теперь на звук. And it spinned. И винил закрутился. A guy walked up. Ко мне подошел какой-то парень. Hey man. Эй, чувак. Enjoying the night? Наслаждаешься вечером? What do you have on your face? Что у тебя с лицом? I can almost look through you. Я вижу тебя практически насквозь. What did he mean? А что он имел в виду? Я прикоснулся к своему лицу. I moved my finger. Я коснулся пальцем дыры. Что я надел? I felt again. Я почувствовал вновь. And again. И вновь. And then I realized. И я осознал. I lost it all. Что потерял все. I was losing my mind. Что схожу с ума. My soul was changed. Моя душа преображалась. Да, где-то все-таки обосрался, и тут нету одной такой довольно большой сцены. But suddenly, но внезапно, a glimpse of recognition. Всплеск узнавания. Это была она. She opened her eyes. Она открыла глаза. Her head turned upside down. Ее голова перевернулась. Everything was changing. Цветы зашевелились. The moths мотыльки летели в ее глаза. Я бы хотела, чтобы мы вернулись к самому началу. And she went. И она up in the air, поднялась в воздух. Leaving me. Покидай меня вновь. Не, поднимайся. День шестой. Так, ну в принципе остался еще этот день.
складно. Куда ты пошел? Так, хорошо. Не, подожди, потом осмотрши у нас еще. Соблюдайте дистанцию, сэр. Вы плохо выглядите сегодня. Вы можете продолжить последовательность? О, вот это такой! Короче, здесь нужно внимательно смотреть на эту фигню. Короче, палочка, такая и такая. Завершите, пожалуйста. Где-то здесь вообще такой бред. Продолжать. Вот, вот это, кажется, если это не оно. Я могу ошибаться. Я не помню. Следующее. Вот с этим у меня трудности возникли. Так, это есть, то есть вот так. Мне нужно теперь вот так. Нет. Я на самом деле уже не вспомню, как я это херню сделал. Так. А, подожди, если так и так. Значит, вверх. Вниз. Еще одна. Еще одну. О, и вот это вот довольно такое... Жопа сгорающая. Честно, вот фиг вспомнишь. Что я тогда брал? Кажется, вот эту и вот эту. Нет. Видите, фиг вспомнишь. Потому что это самое конченное, что было. Ну как я могу продолжить это? Как? Так, хорошо, переворачиваем это. Переворачиваем, это вот это. И это. Что бы вы хотели на ужин? Яйцо. Спасибо, мистер Хилл. Пожалуйста, продерживайтесь раз в порядке. Коробка пуста. Да. А, здесь, короче, нужно идти туда, куда мне показывают. Выбежал человек. Бежим к компьютеру. Где он дальше? В коробке. Коробкой мы должны просто дуть, чтобы он шел в кружок. Дальше. Он в цветке. Здесь нужно правильный порядок сделать. Неправильное сразу сбрасывается. Так, мышка, блин, давай нормально ерзайся. И в последнем, кажется, в туалете. А, нет, в рамке. Так, и сюда. Музыка. Это такой бред. Так, и ящик. Коробка с монеткой. Нужно, короче, поднять и уронить. Хорошо.
Ага, птичка. Окошко. Так, это мы поели. Теперь на отдых. Коробка с отдыхом где? О, а сейчас будем делать то, что будет... Да-да, привет. Знак. Тут. Туалет. Кабинка. Туалет. Столик. Ящик. Теперь мы идем, нажимаем на человечка, он ложится спать, и мы ложимся спать. Белая дверь. I woke up in the street. Я проснулся на улице. I was looking at the sky. Я смотрел на небо. Clouds were drifting. Облака проплывали над головой. Shadow came over. Надо мной нависла тень. An old woman. Пожилая женщина стояла надо мной. She poked me with her stick. Она потыкала меня своей тростью. You should call. Вы должны позвонить кое-кому. And she dropped a coin. И бросила монету. I grabbed it. И я поднял ее. Slowly. Медленно. I got up. Я встал. There was only one place. Было только одно место, куда я мог позвонить. I walked to a phone booth. Я подошел к телефонной будке. I put the coin. Ставил монету. I looked at the card. Посмотрел на визитку. And took the receipt. И взял трубку. I dialed the number. Я набрал номер. One. Один. Three. Три. Two. Два. I listened. Я слушал. Здравствуйте, мистер Хилл. Мы вас ждали. Машина скоро будет. Я положил трубку. Машина приближалась. Я открыл двери. Водитель повернул зеркало. На мгновение он посмотрел на меня. Мы подъехали к большому зданию с белой вывеской. А сейчас главное просто ехать, и когда будет вывеска вот этой как раз больнички, нам нужно остановиться перед ней. Это, кажется, второй поворот после такого вот углового... А, нет, вот. I looked up. Я посмотрел наверх. The white door. Белая дверь. There was a man standing. Наверху лестницы стоял мужчина. Мистер Хилл, follow me. Следуйте за мной. Please. Садитесь. Sit down. Так, это как раз Расселек. Welcome to our institute. Добро пожаловать в наш институт. You have made Вы сделали right правильный choice. Выбор. We are here Мы здесь, чтобы помочь вам. Retrieve your lost восстановить потерянные воспоминания. And bring back и вернуть color цвета to your в вашу life. Жизнь. All you need вам to нужно do всего лишь подписать эту бумагу. Подпишитесь sign здесь. Here. Thank you. Спасибо. Thank you, Mr. Спасибо, мистер Хилл. Let's start. Давайте начнем с первого теста. I will show Позвольте you показать items. Вам предметы. You might recognize. Которые вам может, так, которые Move вы можете знать. Двигайте right. их вправо. One. Раз. A кончик. Donut. Two. Вам. Коробка. Три. Растения. Четыре. Фото. А, не могу в ту сторону. Пять. Колонка. Шесть. Монета. Семь. Птица. Thank you. Спасибо. Now follow me. Теперь следуйте за мной. Please meet Sarah. She is at the end of the hallway. Она будет в конце коридора. The lights went on. Огни зажигались. Один за другим. Мистер Ворон, здравствуйте.
Hi, Bob. Привет, Боб. Good to see you again. Рада снова видеть вас. You almost remember Вы почти it all все now. Вспомнили. Open the door Откройте дверь и верните краской в вашу жизнь. День 7. Ну что, ребят, на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.